Всем привет! Сегодня с вами приготовим печеные котлетки с грибами. Они получаются очень вкусные, сочные и нежные. Для начинки нам понадобятся грибы и лук. Лук нарезаем кубиками. Далее нарезаем грибы. Затем грибы выкладываем в сковородку и тушим, пока не выйдет вся жидкость. Далее добавляем подсолнечное масло в грибы, перемешиваем и добавляем лук. Тушим грибы с луком до полной готовности. Когда грибы готовы, добавляем сметану, солим по вкусу и тушим еще около 5 минут на медленном огне. Для фарша нам понадобится мясо, я брала свинину, и лук репчатый. Перемалываем мясо с луком на мясорубке, солим и перчим по вкусу. В фарш добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Дальше нам понадобится сыр потереть на терочке. Сметану смешиваем с майонезом. Берем противень, смазываем подсолнечным маслом, делаем наши котлетки и в котлетках делаем такие углубления. Туда закладываем наши грибы с луком, а сверху смазываем сметано-майонезной смесью. Когда все готово, ставим наши котлетки в духовку. Печем около 40 минут при температуре 180 градусов до полной готовности. Затем сверху посыпаем сыром и допекаем еще буквально пару минут. Наши котлетки с вами готовы, они очень вкусные, попробуйте обязательно приготовить. Всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!